В период с 14 по 25 ноября на территории Республики Адыгея будет проходить второй этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Ее задача состоит в привлечении общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, профилактике их немедицинского потребления, а также оказании помощи людям, которые обратились по вопросам профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых. Полиция Адыгеи обращается к жителям и гостям республики. Если вам стало известно о фактах незаконного хранения, перевозки, а также употребления и сбыта наркотических средств, просим об этом незамедлительно сообщить в органы внутренних дел по указанным телефонам. Телефон доверия МВД по республике Адыгея 877-2-59-64-88. Телефон доверия межмуниципального отдела МВД России Кашехабльский 8-777-09-19-90.